Клаус – это, пожалуй, главный, открывающий тему магии маг во вселенной Ниндзяго. Впервые он появился в четвертом сезоне. При точном знании заклинаний или при чтении своей книги он способен использовать магию. Он может создавать и использовать заклинания и обладать объектами в наступательном и в оборонительном качестве. Кроме того, может использовать магические заклинания для атаки, защиты или других целей. Способен открывать порталы в другие миры. Позволяет изменять внешний вид объектов и людей. Самый яркий тому пример – перевоплощение культистов в анакондрию. Клаус может создавать что-то с помощью магии, независимо от окружающей среды и материалов. Позволяет Клаусу манипулировать другими элементами и использовать их в бою. На сей раз уже для вас будет задачкой узнать, что сейчас с Клаусом. Когда узнаете, пишите в комментарии.